здоровенько кожаные. Некоторые из моих подписчиков думают, что я часто получаю пизды. Но это не так. Я даже записался в секцию карате и уже делаю некоторые успехи. А недавно я даже дал пизды собственному тренеру. Ну да похуй, сейчас не об этом. Сегодня я покажу вам, как прописать секретные читы для игры Identity 5. Эти читы мне по секрету дали сами разработчики, и я просто не мог не поделиться этими читами со своими подписчиками. Мы будем играть за маньяка, да еще и с читами на инвиз. Для начала заходим в игру. Открываем консоль и прописываем туда секретный чит-код. Первый этап пройден. Теперь осталось сделать ритуальный танец с бубном вокруг своего девайса. Когда вы увидите данную надпись внизу экрана, значит вы все сделали правильно, и читы активировались. Теперь можно заходить в катку за любого маньяка, и ничего не бояться. С самого начала игры вы будете в инвизе. Как вы можете наблюдать, читы работают, мы ходим в инвизе, и никто нас не видит. Охуенно. Используйте читы с осторожностью, только тогда, когда админов нету в игре, а то вас забанят, и вы никогда больше не сможете играть в Identity 5. Теперь вы с легкостью сможете поймать ваших противников и посадить их на ваши любимые пики точеные. Ну я думаю, здесь вам все понятно, настало время почитать парочку ваших отмороженных комментариев. Сук, я обосрался со смеху перед пацанами. Это хуйня, братан, 100 раз так было, просто скажи пацанам, что у тебя шоколадка в заднем кармане растаяла, а воняет так, как с утра жопу не помыл. Бендер, я вижу, ты любишь жирненьких. Конечно, братан, ты вообще видел эти формы? Всегда есть за что подержаться. Это охуенно. Блендер, можно вопрос? Сколько у тебя подписчиков, а то чёт у меня нихуя не показывает. Ну хуле, открою тебе эту тайм. Вот такая хуйня, братан, понимаю мало, просто половина уебанов отписалась, после того, как я сказал, что буду делать восстание машин. Сыклы ебаные. Ну что ж, а на этом все. Ставьте лукасы, если вам понравилось. Если вы до сих пор не подписались, то подписывайтесь, а также смотрите мои предыдущие видосы. А я не прощаюсь с вами, а всего лишь говорю до свидания.